Сильные лесные пожары бушуют на севере востока Испании. Спасатели работают в круглосуточном режиме, им в помощь направлена авиация. Однако остановить распространение огня пока не удается. Наш дом мы спасли, но все остальное уничтожено. Техника, запасы, все сгорело. Мы быстро уехали, успели только забрать детей и покидать в машину вещи первой необходимости. В полиции не исключают, что причиной бедствия стал поджог. Сейчас распространение пожаров способствует сильный ветер, скорость свыше 60 км в час.